достает оттуда червяков, а там среди какие-то медики, я так понимаю. Они долго червяк обрабатывали на локоть, кричали, шикали. Ну, рыбу съели, короче. Ну, рыбу съели, с этого момента мы ее взяли. Что за бензин? Ну, за бензин нормальный, но, блин, совсем не тянет. Не хиби в Америке. То есть, да. Такой довольно интересный человек. Он сейчас здесь, кстати. Опять ежегодный ионный поход. Здесь можем столкнуться, да, где-то? Не, он сейчас на Кейвах. Кейва уже там. Где-то в начале сентября будет выходить уже. Один ходит? Один, да, он всегда один ходит. И сырок, тут есть блинчик. Я маркетинг провел. Сдавать, чтобы жрать. Пошли водку пить, хватит, чтобы забрать. Только меньше бы заросла. Заросла. Да. Чудо, конечно. Этот дед еще говорил, что у них тут узкоколейка была сделана. То есть они делали основную насыпь, еще была узкоколейка параллельно. Сидел, и вот он Валентину, который вот Власов был, рассказал, что они здесь тоже кого-то замуровали. В быках? Да, в каком из них, не а знаю. А кого замуровали? Конвойника, что ли? Нет, не конвойник, своего кого-то. Своего? Да. Зачем? То ли он там что-то там застучал, то ли что-то. А яйца вкрутую. Что потом делать? Ну как? Хорош. Оф! Ой, блин, нет. Горячевато. Однако. Что-то отснять. Все. Я задачу свою выполнил, семью накормил, свою рыбу поймал. Завтра на завтрак у нас щучка. Хорошая щучка. Килограммчика так. 5, 6, 10, 2. 2,5. Кило 800. Да ладно. Не, ну что, ну обижаешь, ну трешник точно. Кило 800. Так обидеть вообще, ну я не знаю. В душу. Жарко, однако. О, подержи, пожалуйста. Львович, не снимай. В ожидании чуда называется. Я понимаю, да.
глубоко, блин. Да, меня учили. Нога, попа, третья нога. А он как будет? А вторую ногу. А нет, попа, попа. Найдете. Слушай, Антон, а как ты сюда помещаться должен? А что, у тебя между фальшбортами не проходит седалище? Не седалище. Издевательство, блин. Так, отдать концы. Что, концы у меня? Того и друзья. Дура пустили. Пока километров 5 до первой, а дальше будет хуже. Говорила мне жена, куда ты едешь, блин, зачем тебе это? Я ее не послушался. Ген, тихо. Там Вован не успевает. Уф. Да, там уже. Ну что? Здесь рыбы нет. Однозначно. Что? Легко обидеть, да? Высылки не кстати. Запах. Как, уже его учли и все. И больше его никто не увидит. А что я тут должен увидеть? Нет, значит, перевернуть ее вот так сказать. Вот так смотри. Не, ну что, тут все понятно. Отсюда вошли, сейчас вот отсюда выйдем. Так, московское время. 16:30. Thank you.
А это что за зверь, Ген? Сейчас искать надо будет. Ну, мы там ловузили. Шторм попали. Такая шняга вот. Лыжню! Он с заура стороны, но ее притащить вперед и все. Давай, давай, там нормально. Да не, просто. Мужик-то так вот, я бы здесь остался, конечно. Охренел, выходил бы отсюда. Не, ее там и бросили. В начале горы. Это меньше. Куда ты денешься? Серьезно, рукой просто тяжелее на порядок. Смотрите, тут, блядь, как будто рот пробежала, блядь. Сейчас метров 100 пройдем. 150. Передохнем и дождемся. Завтра такой же процесс, да? А? Такой же? Завтра? Все приходящее, а искусство вечно. Еще есть силы снимать, Львович. Надо тебе пайку еще килограмм 30. Какую? Ну что, километр прошел. Обидно, что не это самое. Никакого супового набора не пролетело. Вот крякает там кто-то, блин. Кто крякает? Кто это такой? Гена. Типа сойки. Пуша в конечном итоге... И лошадь снова на ногах. Фу. Совсем балдели. Грибы уже никто не собирает. Красавец. На обратном пути заберете. Он никуда не сдвинулся с места. У
бежать, отдыхать. Тяжело и неказисто жизнь российского туриста. Пора. Бедный Помор, я говорю, они жаловались. Что за погода такая? Нетипично, жарко им. Жар не только Поморам. Нам тоже жарко. Салан, пошли. Этого можно было не снимать. Будешь купаться, Антон? С чего начинает? Ну и где эти гады? Садись, кури, сейчас прилетят. Четвертый номер резерв ставки для съемки. С шерстью. Еще нужны живцы? Да тихо ты, блин, в лодку еще не попадешь. Вот тогда ты его на кукан. Тоже берешь? Так, что мы тут наловили? Ну что, торчучка? Да. 3 килограмма, ладно, как сделка с сои. Ух ты, а что у нас в желудке? Мыши. Мыши? Угу. Попали. Мышей-то сколько, а? 4 штуки.
что, хорошая? Сейчас руки отрежут. Ну там сейчас снасть-то мощная. Нет, а мотив ее зажал, если она сейчас снять, она оторвет. У меня так плюс. Я думал, мы за вами его зацепили. Какой за вами едет? А, да вот она. Небольшая ж, говорю. Тихо, 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 папа рядом, тихо. Что, убежал что ли? Убежала. Убежала. Самое главное, что окуня съела, сволочь. У нас есть запасная. Гену вниз застрелить, блин. Вниз не стрелять? Не стреляй вниз. Да не буду стрелять еще. Я еще сел. Ну, вот она еще и села. Сейчас летела. Дубль 2. Мотор. Три кустика обобрал. Ну все, вся брошника. Оператор, ты пособирай, а то актеры здесь, знаешь. Искусство требует жертв. Витамины. Ну, было бы полезно. Как раз потом я сделал с помощью оптики. Мне отключили нужную линию. Ладно, пошли. Ручка на грани. Я думал, вовчится, вот как такую штучку приволочь, да, за витую? Что бы вы без меня делали? Добавь еще звезда в шоке. Маленький элемент звездности, чуть-чуть маленький. О, красота. Ой, слушайте, что же не сказать, что посидеть можно? Я бы уже давно угнездился. И позировал бы вам тут. Еще раз, пожалуйста. Арктостафилис уваурзи. Уваурзи тоже, кстати, прикликается. Медвежьи ушки перевожу, лекарства от почек. Гадость несусветная. Это ты смотришь на листочке. Ну, прикладная тема. В рот кинул, есть можно или нельзя. Нельзя, значит нельзя. С вашей подачи научишься жрать всякую гадость. Игорь Николаевич, вспомни. Forever. Forever. Together forever. Обернись. А где журчит-то? Да, вкус воды.
погода жары, блин. Это Федорова. Вот за Федорова это все. Еще, конечно, здорово, что вот возраст у них такой действительно приличный. Что каменный уголь сделали. Дальние родственники. Хвощи, да? Нет, плавны. В основном. Плавны. Хвощи, да, но плавны. Лепидодендроны всякие такие, в общем-то, они. Координаты. Все определено. Точку забить, тут скажу. Ну ладно, пошли. Ну ты к чего? Антон, лучше не возвращайся. Ты что, в обход? Давай, так, уже. Так, а как вы мне будете помогать, если я не пройду? Заметьте, там же в ответ. Бегают, да? Ну, над камушком он плавает. Да, может. Он один. Свети, свети, солнышко. Стой, стой, давай. Не, ну ровные, почему не ровными кусками? Я бы сказал, даже параллелограммами.
пипедами. Знаете, две буквы оставлять, когда пишешь это слово. Да вот вообще все изрисовано. Их же. Маленькая заготовка сфинкса. Чуть поработают армянские мастера и будет нормальный армянский сфинкс. Никаких маршей не было в первую статью. Так, а где упал-то? Давай поищем. Да, который вот типа упал. Я типа ворока снялся. Что, тепленькая пошла? Обещал купаться, вот. Выполняет обещание. А? Нет, даже насекомые отстали. Это снял. Смотрится без штанов, но в шляпе. Да. Соскочил. Соскочил. Какая неудача. Не хотят они. Не любят они сниматься. Все-таки взял, негодяй. Слушай, ну это вообще жизнь. Ну таких детей прям вообще отпускай. Ну шо ж. Ну-ка, иди бабушку, дедушку, тетю, дядю, кого-нибудь постарше. Какой-то. Оп, догнал, не догнал. Две этих самых. Две промашки. А? Как прям. Две поклевки подряд. Ни одну не засекся. Прямо здесь, прям под лодкой беру. Так, это что, подожди, это сейчас. Да? Интересно. В принципе, каждый провод. Оп! Вообще из-под лодки взял. Ну, естественно, они ныкаются под лодку. Так, ну этот что, нам нужен, не нужен? Да нет, уже все, хватит там. 8 штук есть, я просто не вижу.
Есть у нас 8 штук? 8 штук у нас. Нам похавать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, выпускаем остальных. И один, а живец у тебя, да? Нет, я туда же бросил. 1, 2, а это живец или это выпустить? Я просто не вижу. Ну давай, это, давай этого отпущу, сейчас покрупнее попробую поймать. Давай. Не, аккумулятор есть еще. Кассет у меня. Точно, под нами все. О, вот это пойдет, хороший. Годится, на еду явно. По сопротивлению судя. О, вот это годится на еду. Где ее ловить, щуку? Хороший, да? Желательно цензурными. Ну ладно. Проткнуть его, как вы видите, вообще очень сложно. В желудке у окуня. Да, уже было. Мы наблюдаем, идет лемминга. Все едят мышей. Даже окунь и тот питается. С учетом того, что почистить его в данных условиях вообще нереально, значит, снимается с него шкура таким вот способом. Перевернули окуня на другой бок, с таким же способом снимаем шкуру с другого борта. Так, для запекания окуня. Для запекания окуня на решетке, на углях. Значит, готовим окуня. Отпиливаем ему голову. Это типа жарко в собственной шкурке без сковородки. Да? Получается. Да. Собственной шкурки. В качестве сковородки используется, собственно, сама шкурка. Разрезать окуня, конечно, это дело вообще сложное. Так, что там у нас икра? Кстати, можно ее оставить. Оставим икру, да. Сейчас я удалю лишнее. Оставлю только икру. Оп, так, это мы. Платить не только мыша. Вот, а кого хочешь. Незадачливого туриста. Да. Ну. Целиком нет, но некоторые места туриста, поэтому мы не купаемся. Женщин среди нас нет, поэтому а мужчинам, наверное, это опасно, рискованно. Значит, готовим окуня для запекания на решетке, на углях. Отпиливаем ему голову. Это типа жарко в собственной шкурке без сковородки. Да? Получается. Да. Собственной шкурки. В качестве сковородки используется, собственно, сама шкурка. Обезглавив его, мы готовим духовку. Аккуратно, не повредив наружный покрой, отделяем внутренности от панциря. Вот, не дорезая до конца. У нас ночь окунь не самый крупный. Грамм так 300. Аналогичную процедуру проводим с другой стороны. Таким образом, что мы получаем? Мы получаем тушку окуня, панцирь отдельно,
с одной стороны и с другой стороны. Сейчас мы зальем туда специально приготовленный раствор для маринада. Вот. И по истечении 15 минут мы сможем запекать нашу замечательную рыбку. От французского прононса мне, блин, аж самому противно. Без комментариев его просто убью. Быстренько. Раз. Ну, ладно, сделал замечание, что мелочи набрали, а? Змей, блин. А сам вчера из чего уху варил? Тюлик наловил каких-то? Слушай, его даже разрезать-то сложно. Крепость какая с брони. Ну, это реликтовый панцирный окунь. Да. Он только внешне похож на нынешнего своего предка. Да. Это вообще это... Теологи так и говорят, это реликтовый. Ну, меньше, чем там килограмм не бери, потому что расплата за жадность — чистка рыбы. Убийца, убийца рыбы. С собой взять, да. Он готовит уже. Да. Не хочет позировать рыбу. А туда ехать. Куда туда? Ну, где был? А где ты? А углей вообще что-то не получается, все сгорает. Опа. Это у нас будет, гадали, одних чуть больше, других чуть меньше. Если войдет, войти. Получаются. Руки хлебороба. Да, как человек, который печет хлеб, не может быть злым. Я всего на все цитирую. Труд хлебороба, хлебопека труден и опасен. И надо отметить еще главный поилец, который заныкал спирта. И чуть не оставил, поставил экспедицию на грань гибели. И принесли на волоки. Да, на волоки тащили. Лёс Вован, смотри, какой зомбик с ним. Он, блин, какой, да. Конечно, спирт носил 10 километров туда-сюда, блин. Волтузил. Сказал, убью, значит, убью на глаза. Где это, падла? Что мы на воде еще. Думаю, надо же, какие упорные. Как повезет. Опа! В самый раз. Который...
которым ноги вытирал. Реже вытирал ноги. Удалось? Как всегда. Кратко сротолон. Зажарим окуней в их собственной шкурке. Да. Ну и завтрак. И отобедаем водкой. Да, и откушаем. Профессор Александр, который сделал открытие в данном походе, он по наличии панцирного окуня. Он, конечно, очень скромный человек. Пойдем на рукан. Вот это да. Вот надубасил. Вот это я понимаю, съездил на рыбалку. Ни одного свободного звена. Половил так же, половил тоже рукой. Тоже рукой, а на фоне воды. Половить. Ну. Ага, так, все отлично. А самое прикольное, что за полчаса. Половить. Ну глянь на это. Ага. Вот. Все. А теперь торжественное выпускание. Что, выпускаешь? Выпускай, конечно, Володь. А что нам нафиг нам столько? Мы. Рыба вон там целый вагон. Ну будем ловить дальше. Шел. Оп, рядышком. Оп. Мышь в окуне, это да. Первый раз. В честь единения братского украинского и грузинского народа. После введения всех секретных ингредиентов. Бомби был в августе. Кстати, это же самое время. Один солнечный день. Может, полдня. А если серьезно, то так, ну что? Щука наша контрольная. Нет, на самом деле до плюс это метров 50 по прямой. Угу. А вон наша гора. Мы сейчас будем искать, где стоянку сделать. Я имею в виду, что в течение часа поискать стоянку. Вот за час мы таким макаром пройдем, я не знаю, метров 500. Первый раз шли по Варзаге с Умбозера, и у них очень, ничего не было, карты, кроме пачки Беломора. А нет, у них был атлас Мурманской области, где Федорову тундру они. Кстати, это те ребята, которые по реке Большой прошли пешком. Я завод уже рассказывал. Они посмотрели на мои слайды, на прозрачные воды. Я шел в июне, шли в августе. Вместо 3 запланированных дней шли 8. Ну, так как раз сегодня без наша, еды и без обуви, да. Наша тема. Обувь. Вот. Какая рыбка такая. С первого заброса. Жик и все. И лось снова на ногах. Но почему-то хочется поймать езя. Я не знаю, есть он тут или нет, но очень хочется. Белого можно манипулировать очень сильно. Будем ловить изя.
ходить нельзя. Хороший, да. А там не видно? Полкило-то есть. Перепад температур такие. Холодно. О! Вот так, таких красавцев мы ловим. Наверное, устал. И уже не хочет трепыхаться. Тихо. Трепыхается еще как. Так, сильно. Это можно уже не. Плыви, дурашка. Ах, пойдет. Дохляком. Очухается. Ну, очухался. Какой красавец. По заказу. Как по заказу. Маленький какой. Малыш. О, какой маленький. Свободу с чистой стоит. Тест на налима. Сопротивляется, ну, конечно, просто. Весло твое тут. На просвете будет он. Ага, вот красиво, красиво.
огоньки светятся. Видишь, да, Ген? Угу. На солнце. Вообще такая красота неописуемая. Торжественно вернем на родину. Оп. Иди. Оп, под лодку сразу. Сейчас спиннинг сломаешь. О, красиво, гора. Что ж с тобой делать? Нифига себе, прыгает. Дай... А. Чем не семга, да? Смотри какой. Ну, смотри, прет куда, а? Ну вот сколько такой окунь? Ну грамм 350-400. Блин, жалко нету этого самого. Ну сколько? Я думаю, что этот окунь грамм 700. Грамм 700? Да. Ну ладно. Нет, кидаю, вот я ловил под кило, а этот какой-то мелковатый. Ну, я кидаю, да? Кидай. Вот стерся. Тут сади. Ну что ж вы снизу-то не хотите? Вы прям вот, отойди, я не мальчик. Знаю как. Ну вот подсуньте пилу снизу и отпилите. Ой, легко. Посмотри за такой кадр. Снимай давай. Так, давай снизу подпилим, ладно. Посчастливую мечту Львовича. Убирай. Ага. Как бы не так. Здоровые ребята-то. Волну снял. Волну. Сейчас мы еще вот эту пыльню предохранить. Тоже комфорт и фили не какая-то. Ну, вон. Вам же. Для вас стараюсь. Мы-то коротенькие, проползем. Направо. Нет, карманы. Дай его девать. Ну куда деваться? Деваться некуда. Ой, так, ладно. Не, ну получше. Да нет, я с ним отсюда.
О, а вот это вот. Что, берем, что ли? Спрашивается. Спать под дождик было хорошо. Да, я заснул так хорошо. Дождь пошел, я заснул. Я-то, правда, понимал, что это недолго будет, честно говоря. Ну, в глубине. У меня иллюзий тоже особых не было, сказать. Ну, я как-то не ждал так радикально. Я вниз поглядывал. Не, я проснулся от того, что у меня ноги в воде. Блин, думаю, ну все, ты что? Смотри, а эти дрыхнут, а? Блин. Что ли, палочка натянута? Может, пойти дырочку проверить? Сегодня у нас на обед салатик. Щука. Какая щука? Ты что, где-то щуку видишь? Вот. Все, господа. Лабордантик. Будьте любезны. Царь. Очень привет. Очень привет. Ну, кстати, вот тоже здесь вот нет стоянки, а? Моя пайка. Кто еще не пообедал? Гена. Вова, обед. Обед, Вова. Снимай, снимай, снимай. Приветствую. Сами откуда? Как тараканы из Москвы. Я в прошлом году мало курить. Че с рыбой, мужики? Мышей наловили. А мыши это кто? Это под палатки. Жареные, в жареном виде лучший вариант. Хорошо. Белок. Откуда вы шли? Мы тоже пешком, да? Ну, водопад мы, правда, это метров 30 лодку перетащили, а остальную в проводку на веревку. Вот до водопада раз 25 выпрыгивали из лодки. Ну, прыгаешь, перейдешь, запрыгнешь. Ну, тоже надоедало. А для чего кол-то? На перекате, как если что, быстро. Не веслом, как мы, а колем опираться. Легче намного. Интересно было посмотреть, потому что это что-то, ну, такое. Я не слышал о такой технике. Крежет весел такой беспрестанный. У нас тоже вон корёжные лодки. Ребят, я смотрю на Валя. Чем же вы питаетесь? На байдарках ничего нет. Ягодками. А лица пухлые, краснощёкие. От голода. Озерца вот небольшие, затончики. И в них ловите. У нас пока что больше 5 килограмм не попадалось. Ну, значит, все впереди, ребят. Удачи! А что, пора переодеваться, да? На твердую четверку. Да, на твердую четверку. Но в конце мы там какой-то камушек поймали. Но это так, человек купаться не хочет.
Какой трофей, ну-ка. Хорошо уж. Вываживаем. Взял. Есть. О, какой. Хорош. Трофей. Говорите, рыбы нету. Прыгать будешь? Он уже, наверное, выпрыгнул. Да, конечно. Прыжки, знаете, еще. Прыжки. Вот. Вон она. Небольшой. Небольшой, килограммов на 5. Я, блин, небольшой, блин. На 5 кило, блин. Ну, лицо героя. Улыбка. Обычно штаны намочил. И все, вылазь. 30 вам показал, как ловить рыбу. Показал. Теперь тренируйтесь, да? Да. В экологи не идет, в монастырь тоже не идет. Вован сел, придавил. Прижми, раз, оп, все. Хорошо. Тормози. Смотри, кряквы какие жирные. Жирные? Уже 7 часов. Можно спуститься вниз. Лагерь у подножия этой горы, блин. Метров так. Мы здесь сейчас стоим. Лица должны быть страдальческие.
Улыбочку. Улыбочку. Весла не поднимать. Да? Ну, у нас Петр под водарку был. А это же надо было брать. Пеньки высокие. Исход не примет. Даже на вещи кидаете. Прям в дровницу. Соревнования канадских лесорубов закончены. Так. Елка точно была уронена на кончик шеста. Мастер, мастер. Так, теперь пилим вот эту сосну, эту и ту. А мы нифига не поехали. Все сели на мель. Ходить далеко. Два километра туда, два назад. Это возвращаться. Да я знаю, как вы ходите, блядь. Часик прогуляться по осеннему, по весеннему, осеннему лесу. Да я сейчас здесь похожу, если надо.